Вся наша жизнь – это фантазия. Не всегда научная правда. Да? Как там говорят, что нам нетрудно дом построить, нарисуем, будем жить. Один раз к Шриле Прабхупаде пришел один человек, и он сказал: «Вы так сильно верите в Кришну. А что, если это все фантазия? Что, если вдруг никакого Кришны нет, никакого нет ни духовного мира, никакого нет бессмертия, то есть вы просто умрете, и дальше будет просто тьма и ничего больше?» То есть получается, что вы себя всю жизнь обманывали, всю жизнь чему-то следовали, а оказывается, что это все неправда. Шрила Прабхупада улыбнулся и говорит: «Вы так можете считать, что мы в иллюзии, так же, как и мы считаем, что вы в иллюзии. Но давайте сравним наши иллюзии. Какая иллюзия лучше, хуже? И что делаем мы в нашей иллюзии? Мы поем каждый день, мы танцуем. У нас прекрасное блюдо, прасад, божественная пища. У нас замечательное общение. Кто вдохновлен общением с преданными? У нас удивительная философия. То есть у нас прекрасная жизнь. Что вы делаете в вашей иллюзии? Вы страдаете, работаете, вы в депрессии, вы завидуете всем, вы страдаете от гнева, жадности, вожделения, танцуете, если только с пьяных глаз, но не каждый день. Кришна – это каждый день. Вот, то есть, если сравнить наши две иллюзии, окажется, наша иллюзия намного лучше, чем ваша. Даже если у нас иллюзия, наша иллюзия интереснее. А представьте себе, что у нас не иллюзия, а реальность. А иллюзия у вас. Тогда насколько вы в серьезной иллюзии находитесь, это трудно себе представить. Даже если сознание Кришны, Шрила Прабхупада говорит, не было бы, его надо было бы придумать. Но нам уже не надо придумывать, уже все есть. Уже все дано. Поэтому мы можем не переживать по поводу того, истинно сознание Кришны, не истинно сознание Кришны, насколько оно истинно. Главное, что сознание Кришны благотворно или неблаготворно? Благотворно. Кришна защищает, Кришна помогает. Что вам еще нужно? У вас все есть. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валбес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валбес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гита около 7 тысяч уже люди выкупили за 1.5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны, и давайте распространять книги вместе.